приглашаю на прогулку по площади Ленина. И начнем с места, где расположен Финляндский вокзал. Сегодня 22 июля 2019 года, Питер. На улице 25 градусов тепла. Чем она хороша? Здесь очень много фонтанов. И в прохладе этих фонтанов отдыхают люди. Сидят на лавочках, на бордюрах. Фонтан шумный. И их здесь много. От одного переходим к другому. И по краям площади вот такие фонтаны. Побольше, поменьше, но их много. Еще один большой. И за этим фонтаном расположен памятник Владимиру Ильичу Ленину.